пляж Хармани, или как называют его болгары, Харманите, днем, час дня. Харманите в переводе мельница. Раньше город Созополь был портовым и торговым. В переводе Созополь означает спасение. А Харманите тут было много мельниц. В 50-м году, в 1950 году, последнюю мельницу здесь убрали. Хотя здесь остался ресторан, старая мельница. Вода бирюзовая. Люди уже половина на обед пошли. Тайковчане идут тоже пробовать болгарскую кухню. Сейчас мы покушаем здесь. Изучаем меню. Есть такое вот первое, пелешка. Это суп с лапшой. 2,40. Суп топчет, это типа окрошки. Рыбная супа, борщ, таратор, это типа окрошки. Вот мы попробуем шестое, шкембе-чорба, это типа какой-то. Ну, интересно, боб-чорба, это суп с фасолью. Чушки попробуем. Коньяк, 2 лева, близко по морю, 2,40. Так, что тут еще есть? Вина. 18, 12,50, София Мускат, 14, это за бутылку. Виски, вермут, джин. О, но я такой не пью. Ты быстро вводишь, иначе она будет расходиться. Нормально. Так, водка какая-то, 2. Русский стандарт, Финляндия, 3,30. Лейтенант Махон. Так, Светуля, болгарский кафешки, решила пообедать, изучает меню. Что там вкусного, Светуля? Пробовать чушки, борщ и суп. Как называется? Сейчас посмотрю. Шкембе-чорба. А ну-ка, как он выглядит? Так, 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 так. Интересно, интересно. Ну как? Да. Ага. Тут надо встать, наверное. Это чушка творожная. Угу. Съедобно, не? Вкусно. Вот это чушки надо было брать, а не вот эту чорбу. Ну, приятного аппетита. Спасибо.
что тесто, перчик, творожок. Сейчас попробуем. Так, Светлана, как настроение после болгарской кухни? Сомнительное. А что такое? Кимбичорба вообще не понравилась. Есть не смогли, вообще жирное. Ну, это специфическое блюдо. Очень специфическое. Чушки вкусные. А шкембет, честно, пойду сейчас шоколадку кушать. Ну, замечательно.